Добрый день, друзья! Приветствую всех на своем YouTube-канале. С вами Егор, и мы продолжаем прохождение игры SnowRunner по бездорожью. Итак, ребята, у нас очередной контракт. Сегодня будет следопыт. И дело в том, что мы сегодня поедем на другую карту. Мы находимся в регионе Таймыр, РФ. Карта болота, и поедем осваивать карту карьер. У нас и задание как раз следопыт — добраться до северной дороги. Давайте почитаем, где именно. А вот этот следопыт. Дорога, по которой мы сюда заезжаем, уже не годится для проезда грузовиков. Есть еще одна дорога к северу от поселка. Нам нужно, чтобы вы проверили ее состояние. Вдруг она хоть немного лучше. Не вопрос. Ну, задание простое, так сказать. Контракт, можно сказать. Ну, контракт в раздел Вороное 12. В принципе, доберемся до точки, так сказать, до перехода в карьер. Тут, кстати, оказывается, все три перехода, все в карьер. Но если так разобраться, то здесь только с карьера идут уже дороги, ведут на Зимнегорский овраг. Так что нам по-любому надо туда. Взял я для этого задания Урал 4320. Так, ну мы здесь, я думаю, я понял, как на них. Урал 4320, и он оснащен модулем геологоразведки, ребята. Проведем сразу там же на той карте и разведочку. Погнали, ребята. Нас ждут другие дела. Я обычно всегда беру КамАЗ для этого. Для таких заданий. Ну, Урала тоже я посмотрел, есть этот модуль геологоразведки. Так что нормально. Поедем, прокатимся на Уральчике. Ой, ё-моё. Ну вот как-то так. И камни, блин. Ничего не поделаешь. Бьем подвесочку. Я хотел охотника взять. Там двухосевой Урал. Но у него нету этого модуля. А прицеп тягать я не хочу. Так что поедем на с Кунгом. Эти камни — это просто жесть, я их так не люблю. Я что-то шины как-то не посмотрел. По-моему, здесь шины стоят на дороге плохо, потому и бьются об камни. Ну ладно, у нас ремонтных запчастей достаточно, если что, отремонтируем. Главное — добраться нам до этого карьера. А там потихоньку будем. Потихонечку поедем. Потому как будем разведывать новую карту. Посмотрим, что там на той карте. Вскроем, так сказать. Да что ты будешь делать? Ну, вообще двигать. Это уже не серьезно как-то вообще. Еле еду, блин. Бац. Так. Ага. Нам надо вообще в другую степь. Ой-ой, я что-то не туда, ребят, немножко поехал. Сейчас развернемся здесь, возле остановки. У нас там и заправка. Но заправка, дело в том, что нужна будет не Урал заправлять, а Урал заправлять этот модуль.
Потому что модуль жрет по 20 литров за каждую разведку. Блин, а вот нормально. Так, сейчас так и поедем, да? А, ну можем мы через стоянку. Хотя можем там и заправиться. Ну поехали через стояночку. Так что посмотрим сейчас на эту карту. Я там тоже, опять же говорю, я и не смотрел особо в Ютубе видео. Так, отдельные видео смотрел там. Зимнегорск. Штатмен там, допустим. Ну так, ну такое, короче, я смотрел. А... пару видео там просто что-то везли, какой-то прицеп. А так вот именно, когда открывали там карту, то все это я... Да, оно особо и не запоминается, если одно видео увидишь. Но пока сам не покатаешься там, не проедешься, так сказать, ничего по видео особо и не поймешь. Так что едем исследовать мир, так сказать. На Урале 43-20. Красавчик наш ведет нас в бой. Так что сегодня будет видео обзора. Можно так сказать. Чуть позже я запишу. Так, стоян бас. А, все правильно. Чуть позже я запишу, ребята. А что, сюда не проеду? А, ну там. Не, лучше. Запишу видеообзор. Ну, посмотрим. Надо еще будет пособирать вышки, улучшения, там такое задачи. И запишу или сразу после этого видео, или через одно запишу обзор на КРАЗ-253. А потом, может, его обкатаем где-нибудь, посмотрим. Тут можно и газануть. Прибавить газку на Уральчику. Ох, ё-моё. Да, да, шины хорошие именно на вот этом бездорожье. Я понял. По асфальту они, конечно, ловят все камушки, все веточки. Ну ничего, я думаю, там карьер не лучше, дорога. И валит такой грязюки. От этих веток он торчит, опасаюсь, конечно, чуть-чуть притормаживаю. То как видишь, бывает, поотрывается на свете.
Так, мы на правильном пути. Так. Тут непонятно, блин. А. В объезд пошла. Я помню, тут улучшение нашел. Так особо по этой дороге не ездил. За улучшением. А, вон и машина там валяется. Внизу. Ну, Урал у нас бомбезный, пройдет где хочешь, можно сказать. Так, тут направо, налево. А, налево. А что тут за мостик какой-то? Конечно, если бы не радар, то вот так, честно сказать, я поначалу, если не знал, вот автомобиль один найден. Поначалу не знал, то это самое. Лазил бы, искал бы вот это везде. Улучшения там скрытые, задания или там это самое. Пришлось бы в YouTube лезть, смотреть, если где-то что-то не нашел там. Ну, может, кто-то из ребят проходил там, да. А так с этим радаром бац-бац. Нефиг лазить. Понаходил все. Все, все открыл точки там, все эти самые. Улучшения. И поехал, пособирал. Ну, лазить везде как-то, я не знаю. Еще по таким болотам. Так, что тут? Мы вроде добрались. Карьер. Таймыр, Российская Федерация. Сейчас пока прогрузит, ребята. Что-то долго загрузка стала идти. О. То ли из-за модов, не знаю. Модификаций много. Вот он, карьерчик. Что он там нам покажет? Пам-парам-пам-пам-пам. А что следопыт? Это что, нам к оврагу следопыт? До северной дороги. Ладно, я его пока отменю, наверное. Не следить. Я думал, мы выполним сразу с переходом этот контракт, а он, оказывается, ведет еще и фиг знает куда. Так, у нас тут 6 вышек, ребята. Ну, интересная такая карта, смотрите, прямоугольная какая-то ли, не квадратная, такая продольная, что ли. Ну, давайте изучать, включим, давайте я чуть-чуть проеду, включим радарчик и посмотрим. Вот здесь как раз дорога такая интересная идет. X.
Во. Сканируем. Область отсканирована. Ничего нету, да? Спасибо. А ничего и нету, ребят. Так что едем примерно сюда, там посмотрим. Поехали. Что тут у нас за море? Пляж. Не, пляжа тут нету. Там дальше какая? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фак. Ну вот что это такое? Это типа спецом, да? Я понял. Капец, блин. А вот объезд. Кто-то уже тут проложил нам дорогу. Ну тоже смотрите. Болото, болото. Там какая-то река, что ли. Или озеро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Трактор там уже плавает, походу. Уже уплыл. Да. Уже вижу препятствия небольшие. Ну это если сюда, конечно, что-то возить, допустим, через переход. Да, немножко так, знаете, узковато будет. А еще и за воротами с такими объезжать эту яму и... И объезжать ветки эти. Не камильфо. Ну это если контракт какой-то, конечно, там. Не знаю. Если он связан будет с картой болота, то да, конечно. Ну посмотрим. Все равно, ну, везде все сделаем. Все пройдем. Все трудности преодолеем, так сказать. Так. У нас тут вышка и... Вышка еще так расположена. Давайте включим радарчик. Опа, есть. Ого, пошла жара. Сколько тут улучшений, интересно. Все. А где улучшение? Такс. Ну, в принципе, я думаю, мы сейчас так и поедем. Все отсканируем, а потом уже пособираем улучшения, вышки. Я не знаю, тут гараж есть, наверное, нема. Поехали, ребята. Ну, где, походу, что сможем собрать, забрать, то заберем. А так у нас сегодня просто разведочка. Разведаем, что где, к чему и почему, что где плохо лежит. Потому что к той вышке надо скаут, наверное, брать. И так просто не подобраться Уралом через эти дебри. Так, да, тут вообще с другой стороны надо ее бежать. Здесь фак. Ну, поехали.
Вон какая-то дорога пошла направо. А дороги тут не такие, чтобы уж прям широкие. Не разгонишься. Ага, улучшение тут есть. Так и поедем сейчас. Но нам надо будет потом ту сторону все равно отсканировать. Ладно, поехали. Давайте еще по той стороне попробуем вернуться, посмотрим. Какие-то задачи же должны появляться, ё-моё. Ого. Буровые вышки. Там, правда, уже облезло все. Включаем. Есть улучшение, уже обнаружили. Пробы нефти какие-то. Да, а задача вот пробы нефти. Я так понял, здесь возможно немного задач. Ну посмотрим. Пробы нефти. Что, поехали дальше? Пока одна задача нашлась. Маловато будет. Такс. А так и едем, а чё? Опа, там какая-то дорога железная идет. Интересненько, интересненько. Вот же, блин, тут дороги, ё-моё. Но все равно интригует. Так, я пониженную включу, чтобы не гнать. Там, кстати, тоже какая-то дорога направо пошла. Опа, можно отсканировать, да? Кстати, какое-то улучшение можем сразу и забрать, наверное, да? Ну, давайте заберем его сразу. Посмотрим, на что там. Что за улучшение. У меня, кстати, там автомобили открылись. Именно скауты. То ли этот. У вас патриот, или я не знаю. А, вон вижу. Блин, ну как туда добраться? Вон, вижу уже. Тут только Уралами ездят за такими улучшениями, реально. Давай. Ого. Капец. Бред, блин.
Да уж. На трактором каким-то. Так, что тут? Движок. Более современный двигатель. О, РНГ, Татра, Зиг, Степ, РНГ, КРЗ какой-то бандит. Туз, Степ. Нормальный ход. Так, надо выбираться. Назад. Ну капец тут болото. Даже Урал садится. Что за у него за это самое, я не понял. Что у него за лебедка? Я что-то не курил. Сколько метров она? Вот это трэш. Да ё-моё. Что-то короткая какая-то. Я ему не поставил, не понял. Вот, блин, снарядился, короче. Все, давай, 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 давай. Вылазит сюда. О, отлично. Блин, и куда я тут заезжал? Нифига не понял. А, вон мои следы. Да ё-моё. Давай, 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 братан, давай. Чуть мы с этим улучшением подзастряли прям. Так, а сюда и так и вот и поедем. Что тут написано там? Склад. Сканер. Область отсканирована, ни хрена нет. Да, до свидос. Что-то как-то непонятно с задачами здесь. Вообще ничего нет. Магазин прицепов зато есть. Полуприцепы, куча всякой фигни. Да, что-то, ну, задач вообще. Не понял я, блин, где тут дорога? Не, ну по такой грязи, то Уральчик нормас. А вот где вода, вот именно камыш, там, конечно, лебедка. Ну что-то я с лебедкой как-то прогадал. Вышки, вышки. Где тут что сканировать?
Тайга реально, ё-моё. Опа, есть. Еще какое-то задание есть одно. Расчистка дороги. Все, область отсканирована. Капец. Так, давайте еще доедем сюда, посмотрим. А, расчистка дороги заберем. Вот и карьерчик. А потом здесь, кстати, трасса идет. Можем сюда подъехать, отсканировать. И сюда. А там уже будем посмотреть. Если что, в следующем уже видео возьмем какого-то скаута, что ли. Нужно будет все это пособирать. Вот задача. Блин, тут расчистить дорогу нужно. А я, ага, хрен, я тут сюда и не проеду. Тут нужно. Вот жесть. Ж-ж-ж. А хотелось бы. В карьере там что-то. Ну, мало задач вообще. Расчистка дороги, пробы нефти. А состязаний нету, наверное. Хотя должно быть. Тут какая-то дорога идет. Не-не, туда нереал проехать. Так, ладно, сейчас тогда. Сейчас я еще раз карту посмотрю. Сюда, значит, нам. Ага, вот еще. Ё-моё, тут. По этой стороне ехать и ехать. Ладно, давайте еще нырнем. Здесь есть дорога. Карьер. Ну, я уже и так понял, то есть тут карьер. Может, он нам удастся отсюда обойти эту насыпь, или как она там. Да, уверенно плывем. Отлично. Вон и дорога. Давайте отсканируем на всякий случай. Есть улучшение, задача скалолаз. Отлично. Во, видите, отсканировали не зря. Это радует.
А теперь можем возвращаться. А вот так и поедем. Ну, здесь уже отсканировали. Здесь, я думаю, ничего такого не будет. Ну, давайте улучшение заберем. Там заправочка, кстати. Шикардос, короче. Так, правильно же? Да, все правильно. Подзаправимся. И еще нырнем там. По той стороне. Блин, сейчас не понял. А, ИЗС, вот. Но нам улучшение надо забрать. Ага. Блин, опять это мыло. Пониженную. Полезли в болото. Все затоплено, ё-моё. Дома разрушены. Поселение какое-то было. Жесть просто. Что тут у нас за улучшение? Опа, Азов. Движок. Татра, Ворон, Азов, Туз, Азов, Азов. Нормас. Движки понаходили. Два движка уже. Так, едем в заправочку. Давай, 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 давай. Ой-ё. Сейчас выскочим на дорогу. То я так понял, к переходу пошла дорога. Это заправочка. Еще прицепчик тут. Все. Шикарно все. Так, прицеп что-то не берется, да? Все, поехали по той стороне еще проедемся, посмотрим. Что там, как там. Так, надо отметку хотя бы поставить. А, ну нам же тут сейчас сюда так. Так, и поедем. Кто-то прям поселение прям возле карьера. Капец. Ну тут вышка, тут скорее всего какая-то казарма была. Непонятно. Да, да, видите, проволока и все. Ничего не написано там. Это воинская часть что ли? Так, куда мне? За улучшением сейчас. Ох, тут за улучшением. Давайте сюда доедем. Там повернем. Да, да. А, да.
Да, плохо, здесь гаража нету, видимо. Ну, от этого с болот гнать придется тачки. Здесь, в принципе, заданий не так много, я не знаю. Посмотрю, что как. Буду прокладывать маршрут. Такой карьер, блин, мощный. Ё-моё, сейчас просканируем, ребята. Есть улучшение. И еще и вездеход обнаружен, ребята. Или что это? А, это задача, вездеход. Я думал, уже машину нашел. Хотя, возможно, здесь... О, блин, и улучшение там. Ё-моё, ну тут скаут надо брать. Скаут, скаут, скаут. Вездеходик вот какой-то. Задача, что ли. Давайте сюда проедем. Сейчас здесь налево повернем. Ну, там дальше нету, я думаю, ничего такого. Отсканировались. Поехали. Давай. Тут на карте вроде нарисована какая-то тропинка. По ней и поедем потихоньку. Вот так вот. Отлично. Тут Зикс опять этот сам. Поручение заберем. Зикс, да. Да, наверное, вытащить его надо. Переход в Зимнегорск. И переход во враг. А вот и переход в болото быстрый. В принципе, тоже неплохо. Магазин прицепов. Так, возвращаемся сюда. Может тут улучшение как-то подобрать. Ну, блин, я туда... Хотя, сейчас посмотрим, в общем. Давайте вернемся. Ту сторону еще отсканируем и все. И как раз вернемся назад. Да стой уже, коняка, блин. Да. Нам сюда. Ну, давайте попробуем, конечно, проехать. Я не знаю, что там за дорога, но... Чтобы забрать этот самый улучшение, но это просто я фиг его знает. Как нам... Я хотя бы отметку поставлю, чтобы увидеть его, где оно. Так, ну, рискнем, за улучшением проедем. Все-таки мы на Урале, ё-моё. А, да, нормально. Отлично. Заберем улучшение. Что у нас тут? Подвеска. Ту-166. Пойдет. Тузиком будем кататься. Кстати, тузика можно взять в разведку. Возьмем тузика в разведку.
Так, выкатываемся на дорогу, блин. Дорога фронтовая, брат. Давай. Тихонечку. Так, тут сканировать будем, не будем. Да, тут ничего сканировать. Дальше едем. Не знаю, здесь вот дорога идет к вышке. Может, ее заберем сразу. Нам потом проще будет. Давайте заедем. Может, она что-то нам и откроет еще. Какую-то задачу. Блин, ну кучу вышек понаставляли, а задач нифига нет. Как-то не камильфо. Пам-парарам. Нет тут нифига, ребята. Ну что, давайте продолжим дальше. В принципе, не так много и осталось. Ой-ой-ой. Не падать. Ё-моё, блин. Магазин прицепов. Так, я здесь отсканирую на всякий случай. Оно так-то открыться открылось. Кто его знает? А может, тут что-то скрытое есть, улучшение или какое-то. Во, ё-моё, ну блин, ну чуйка у меня, капец. Вот так вот, блин, понятно. Чуть дальше скрытое улучшение. Кстати, мы можем к нему и пробраться. Если откатимся немножко. Так. Так не понял, где я пропустил его, что ли. А, вот она. Вот. Тропы, блин. Там, кстати, можно выскочить и на дальше. Просканировать. Сейчас посмотрим. Сейчас спустимся сюда. Ну, Урал нормально. Для этого задания. То, что надо, разведочка. Потихонечку спускаемся. Так, где это улучшение у нас? А вот оно. Можно и газку прибавить. Вроде так дорога более-менее позволяет. О,
вот чистенькая такая водичка. Мостик. Так, вижу, там еще какое-то поселение, что ли. Я не понял, в игре что ли самолет гудит? Я уже такой сижу, слышу второй раз вроде пролетает. Ну слышно звук самолета. Ё-моё, а не вижу походу где он. Высокая подвеска. Зикс. Так, а что я, может... Сюда, короче, как-то выедем. Да, блин, надо выезжать отсюда. Там вот более-менее дорога такая, с бревен есть. Выход есть. Кто-то жил с тачки, осталась там подвеска только от тачки, и мы ее и забрали. Радарчик на всякий случай. Просканирую. Все, ничего нету. Может, я по другой стороне, конечно, что-то и упустил. Все может быть. Так, тут переход. Переход Зимнегорск. А нам налево. Налево, сейчас сюда вот проедем. О. Да, здесь, конечно, один сплошной лес. Тут и вышка рядом, в принципе, можем сейчас и вышку забрать, и она нам отсканирует. Так, а где она, блин? Не вижу ее. Это вышка, вышка, вышка. А вон она. Сканируем. Да ну тут особо ничего и нету, ребята. А ничего здесь и нет. Так, едем сюда.
Но на всякий случай я попробую еще радарчиком сейчас отсканировать. У нас еще хватает там топлива. Ну именно на радар. Ну нет и нет. Да что оно такое? Че, блин? Нафига разворачивался так? Да тут лес такой, блин, густой. А, ну вот к этой вышке. А, ну вот улучшение тут-то есть, в принципе. Ну что, ребята, заберем сейчас тогда улучшение, попробуем. Давайте сейчас доедем. Заберем два улучшения, вышку и там. Хотя больше тут ничего такого и нету. Не, ну тут еще вышки надо будет пособирать там такое. Есть еще вышки тут. А улучшение он еще в карьер. А мы эту сторону соберем, так сказать. А, блин. Ладно, заедем. Заедем сразу к вышку заберем. Блин, опять это мыло мне задолбало. По пути вышку возьмем. Она нам и отсканирует что-то. А мы... Может, и мы что-то отсканируем. Что-то найдем. Но вышку забрать надо по-любому. Вот кто-то, блин, дорога. Где эта вышка, ё-моё? А вон она, вон она. Да ничего и нету. Как-то так. Судно на мели. Задачи какие-то, задачи. Ну, в общем, эту сторону мы, в принципе, уже прошлись, а нам останется, я возьму скаут, проедемся по той стороне. Ну, давайте еще, я не знаю, как его забрать надо. Сюда и назад надо ехать, петлять. Ну, да. Или скаутом уже лучше возьму. Ну, поехали, я задачу ту заберу на мели. Все равно скаутом ехать надо. Не знаю, хотел проехаться там какой-то патриот, что ли. О.
Ну, на него, по-моему, надо улучшение, блин, я не знаю. Ну, посмотрю, может, что-то открылось там уже. Да хотел прокатиться, но я не факт, что он такой проходимый прям. Штатный автомобиль, скаут. Сейчас задачку заберем и на сегодня, наверное, все. Чуть позже там добьем уже этот самый. Скаутом проедусь, запишу видео. Ну, хочется и на штатных, знаете, покататься, именно на тех, на которых, ну, я не ездил на них. Я не знаю, как они. Моды модами, а есть там УАЗ, ГАЗ-69. Я не знаю, что это за УАЗ, ребята. Я когда выйду, ну, из гаража его выдерну, так сказать, то кто в курсе, расскажет, ну, напишет, что за УАЗ. Здесь корабль какой-то, блин, ё-моё. Контейнеры какие-то. А где же этот судно на мели? Или это не задание? Я думал, это задание. А здесь какой-то груз. Ну, контейнеры возить. Блин, я в шоке. Интересно, я тут сканировал. О, там же можно... Ё-моё. Давайте просканируем. Нифига. Давайте дальше туда глянем. На всякий случай. Ну а вдруг? По песку по этому мокрому проедем сейчас. Мало ли. Ничего нету. Ну, зато просканировали. Все, отлично. Нет, нет, на нет сюда нет, так сказать. Сейчас кашель. Так, ребята, наверное, на сегодня все. Спасибо, ребята, что смотрите меня. Ставим лайки, кому нравится. Подписываемся на канал. Всем мира, добра, здоровья и до встречи!